الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С вами снова я, Малик. Мы продолжаем с вами брать буквы. У нас осталось уже буквально несколько букв до завершения. Поэтому, если вы уже здесь, мы близимся, иншалла, к завершению арабских букв. Изучению, да, арабских букв. Следующая буква, которую мы берем сегодня, она на написании так же, как и предыдущая буква «Гайн», пишется только без точек. Да, обращаю ваше внимание, особенность, как было из буквы «Гайн», то есть в начале у нас хвостик опускается, да, вот на строчку, уже точек нету, а в середине у нас и в конце присоединения имеется, да, вот такое написание особое. И если у нас есть окончание, да, то есть тоже здесь будет такое с буквой «Айн». Что вы сможете, да, проследить вот в конце, на примерах уже более таких печатных. Само звучание – это горловая буква, соседка буквы «Ха», да, которая тоже у нас была без точек, соседка буквы «Ха». Буква «Айн» – это значит чуть интенсивнее. «А», «А», «Ру», «Ри». Если здесь почитаем «А», «Ри», «Ру», «А», «Ри», «Ру». На сукуне звук, он чуть-чуть протягивается, но меньше, чем большинство букв, да, то есть как и, например, буква «Ра», «Мим», «Нун», она вот «Лям» из этой категории, то есть пять букв у нас средний, чуть-чуть, они так, ну, капельку короче, чем, например, буква «Син», там «Ас», мы говорим «Бе», то есть мы не говорим «Бе», да, то есть это уже будет долго. Буква «Айн», да, нужно потренироваться, горловая буква, имеет такое специфическое звучание. «А», «Ай», «Ру», «Би», «Ан», «Ам», «Са», «Ма», «Араб», «Аджам», «Аджабу», «Амалу», «Ильму», «Умру», «Джамру», «Джаалу», «Аб-аб», «Аскару», «Аскар», да? «Аскар», «Алейкум». Да, это я что-то прочитала тут не так. «Айлам», не «Алейкум», да? «Айлам», «Джафар», «Анбер». Да, обращаем внимание на произношение этой буквы. С ней может возникать вопросы, так как звук такой специфический, да, горловой. Но, иншалла, если будете тренироваться под руководством учителя, обязательно у вас все получится. Бизмилля. И на этом будем прощаться. Баракаллаху фикум. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.